Казахстанцы, переболевшие коронавирусом, рискуют вновь заболеть. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой. Глава профильного ведомства предупредил, что у так называемых бессимптомников антитела сохраняются в организме лишь месяц, а те, кто переболел со средней или тяжелой степенью, до 5. Это значит, что те, кто перенес болезнь этим летом, переходят в зону риска уже в декабре и могут вновь подцепить опасный вирус, считает министр. Таким образом, если в Казахстане пик коронавирусной инфекции пришелся на июнь-июль месяц текущего года, если мы проведем анализ и запрогнозируем, что через 3-5 месяцев, а это где-то у нас получается ноябрь-декабрь месяц, у нас фактически даже те, которые переболели средней либо тяжелой степенью, уже антитела идут на убыль, и поэтому есть большой риск заболеть коронавирусной инфекцией. К слову, если в мире уже есть повторные случаи заболеваний, в Казахстане на данный момент таких не зарегистрировано. Свести к минимуму заражение может вакцинация. Однако пока препарат не разработан, нужно соблюдать карантинные меры, советует министр. Стоит отметить, что в странах СНГ прирост заболеваемости на сегодня в 11 раз выше, чем в нашей республике.